Не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Повторно блестящую победу в гонке с преследованием второго этапа всеармейского конкурса «Военное ралли-2019» одержали экипажи армейских машин Центрального военного округа. Лучшие экипажи большегрузных машин преодолели 250-километровую трассу горно-пустынной местности в районе населенного пункта Сукпак Кызыльского района. Усложненная трасса пролегала по песчаным, горным и заливным участкам местности. Несмотря на жару и запыленность маршрута, участники соревнований пришли к финишу с наименьшим временным показателем. Соблюдая скоростной режим, цель каждого водителя была догнать впереди идущую машину. Все команды сумели показать свой профессионализм и сохранить технику в исправном состоянии. По итогам двух этапов конкурса лидируют военнослужащие Центрального военного округа. Всего в отборочном конкурсе за право представить Россию на международных армейских играх 2019 соревнуются военные водители из 10 команд Центрального, Восточного, Западного и Южного военных округов, Северного флота, ВДВ, Росгвардии. Впервые в этом году принимают участие команды отдельной автомобильной базы Министерства обороны России из Москвы, отдельного полка материального обеспечения Министерства обороны России, дислоцированного в Алабине и Острожского учебного центра из Воронежской области. В конкурсе задействована только серийная выпускаемая российская военная автомобильная техника, принятая на вооружение. Это грузовые автомобили КАМАЗ и Урал с колесной формулой 4х4 и 6х6, а также бронеавтомобили «Тигр-М». Продлятся соревнования до 25 мая. Накануне в школах Кызыла для 2697 выпускников прозвенел последний звонок. В празднике приняли участие 2679 выпускников, 722 из которых 11 классов. В этот одновременно праздничный и немного грустный день детей поздравили представители правительства Республики Тыва, Министерства образования и науки Республики, мэрии города Кызыла, ветераны войны и труда и, конечно, родители. Во всех школах организованы церемонии награждения отличившихся выпускников. Вручены почетные грамоты за хорошую учебу. Родители отмечены благодарностями, не забыли и про педагогов. Торжественная церемония, посвященная последнему звонку, прошла в очень трогательной обстановке. Выпускники подготовили креативные, веселые видеоролики о педагогах и учебе, яркие творческие номера. Многим из них было искренне жаль расставаться со школой и любимыми педагогами. Во всех школах сложились разные красивые традиции прощания. В лицее номер 15 первоклассники вручили выпускникам символичные колокольчики, а выпускники передали 10 классу летопись лицея. Представители Минкомсвязи России планируют найти разные пути решения для того, чтобы обеспечить Республику Тува услугами связи. Как заявил заместитель начальника отдела Департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи Российской Федерации Кирилл Насонов, хочется поддержать регион, который пока несколько финансово скован. С коллегами мы успели обсудить предложение республики в реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Побывали в филиале Почты России, и они оценили уровень работы систем связи, сообщил Кирилл Насонов. Пробелы есть, конечно, но хочется поддержать ТУ в поисках различных путей максимального обеспечения региона услугами связи. Появились новые маршруты, прежде всего на южные курорты Черного моря. Добраться без пересадки в Анапу теперь могут пассажиры из Белгорода, а в Сочи и столицу Абхазии Сухум из Великого Новгорода. Новые дневные поезда пустят также в центральной части страны, например, из Москвы в Липецк и Тамбов, из Сыктывкара в Усинск. В Сибири также к лету на маршруты выйдут новые составы, например, из Красноярска в Северобайкальск, из Новосибирска в Абакан. Время отъезда и прибытия станет более комфортным для пассажиров, обещают в РЖД. Всего в летний сезон железнодорожники планируют перевезти около 34 миллионов пассажиров. Сейчас на три летних месяца
месяца уже продано около 3 миллионов билетов. По сравнению с прошлым годом спрос ощутимо вырос. Продажи на 5% опережают показатели 2018 года. Отдельного внимания удостоены маленькие пассажиры. В составе организованных групп в этом году по железной дороге рассчитывают перевезти 450 тысяч юных путешественников. Только под перевозку детей запланировано 29 составов. Если потребуется, их количество будет увеличено. И о курсах валют. Доллар стоит 64 рубля 49 копеек, евро 71 рубль 84 копейки. Только до 30 июня успейте посетить контактный зоопарк. Ежедневно с 11 до 19 часов в ТЦ «Император», угол улиц «Дружба» и «Чульдум». Фотосъемка бесплатна. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Не знаете, где искать деньги? Найдем! Отличные наличные, займы до зарплаты. Все о дорожных происшествиях и криминальных событиях. Наблюдения очевидцев и собственные шокирующие репортажи. От поучительного до абсурдного. Смотрите каждую среду в 19 часов в программе «Патруль» на телеканале «Новый век». В садоводческом кооперативе Кызыла было обнаружено тело молодой девушки. В убийстве подозревают подругу погибшей. Сотрудники регионального следкома возбудили уголовное дело по факту убийства 19-летней девушки. Об этом стало известно из сообщений пресс-службы ведомства. Тело молодой девушки со следами ножевого ранения обнаружили 17 мая в частном доме садоводческого товарищества, расположенного в пределах города Кызыл. После проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в убийстве была задержана 22-летняя приятельница убитой, с которой они вместе выпивали накануне происшествия. Как считают следователи, ближе к вечеру во время застолья подруги поссорились. Старшая схватила нож и ударила им племянницу. От полученного ранения девушка скончалась. Сейчас подозреваемая уже задержана и помещена под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве. Следователи продолжают выяснять обстоятельства преступления. Если виновность девушки будет доказана в судебном порядке, обвиняемой может грозить наказание до 10 лет лишения свободы. Пилотный проект расширения функций специалистов со средним медицинским образованием планируют распространить на все 85 субъектов России. Сейчас он реализуется в 17 регионах страны, передает медвестник.ру. Главный внештатный специалист Минздрава России по управлению сестринской деятельностью Сергей Двойников пояснил, что проект был запущен в соответствии с приказом Минздрава. Цель документа – повышение роли специалистов со средним медицинским образованием, в том числе медицинских сестер, в своевременной системе здравоохранения, оптимизации их деятельности на основе пересмотра функциональных обязанностей, а также формирование новой организационной правовой модели. В пилотных регионах медицинская сестра наряду с участковым или врачом общей практики ведет самостоятельный прием. Логистика организована таким образом, что поток пациентов сразу разделяется на две группы. Больные с хроническими заболеваниями, которым необходимо получить рецепт на лекарственный препарат, пройти обследование, сразу направляются к медицинской сестре. Другие, чаще всего с обострениями хронических заболеваний, к врачу общей практики, рассказал специалист. По его словам, благодаря этому врачи получают возможность уделить пациенту со сложными заболеваниями больше времени, провести диагностику, составить программу обследования, лечения или реабилитации. Пациент, который направляется к медицинской сестре, тоже выигрывает, так как попадает к грамотному специалисту, прошедшему специальную подготовку и способному при необходимости обследовать, провести мероприятия профилактики и диспансерного наблюдения. Тувинские автолюбители примут участие в одном из самых ярких событий этой весны в автоспорте Сибири – в гоночной серии «Формула Дрифт Саян», которая пройдет в селе Шушинское 26 мая. Автолюбители будут соревноваться между собой в таких видах спорта, как дрифт, тайм-атак и гонки. Гоночная серия будет состоять из 5 этапов, и уже 26 мая стартует первый этап. Тувинские автолюбители решили принять участие в этом мероприятии и создали сборную команду. Честь республики будут
будут защищать Ринат Сангы-Бадра, Роман Пронин и Тимур Аюн, которые показали себя успешными спортсменами в этих видах спорта. Все эти парни имеют опыт участия в подобных мероприятиях и не раз занимали призовые места. Также при выборе участников из Тувы учитывалось техническое состояние их автомобилей. Для развития автоспорта в Туве участие наших спортсменов в таких мероприятиях – большой плюс. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные». Получайте займы на займ-карту в любой момент. Просто и по звонку. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В течение суток местами по республике Тыва ожидаются грозы. Усиление северо-западного ветра от 18 до 23 метров в секунду. Пыльная буря, возможен град. В Кызыле облачно с прояснениями. Небольшой дождь, возможно гроза. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Порывы от 15 до 20 метров. Температура воздуха ночью плюс 11, плюс 13 градусов. Днем плюс 23, плюс 25 градусов тепла. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595 555.